В Петербурге в районе набережной обводного канала горит крупный торговый центр. К этой минуте пожар на площади 5000 квадратных метров локализован. У гипермаркета практически полностью обрушилась кровля. В воздухе ощущается сильный запах гари. На месте находится наш корреспондент Ксения Якубина. Она с нами сейчас на прямой связи. У нее мы узнаем последнюю информацию. Ксения, здравствуйте. Скажите, есть ли пострадавшие? Известны ли предварительные причины пожара? Здравствуйте. Уже известно, что пострадавших нет. Всех сотрудников магазина успели эвакуировать. Их было 800 человек. Буквально несколько минут назад сотрудники МЧС нам сообщили о том, что пожар локализован. Но мы видим, что они еще продолжают проливать крышу. На месте работают более 100 человек личного состава, 47 единиц техники. Водоснабжение берут из обводного канала, так как магазин находится практически на набережной. Вот. На место приехал исполнительный обязанности губернатора города Александр Беглов. Он поблагодарил пожарных за их слаженную работу, особенно за то, что они успели предотвратить то, что огонь мог перекинуться на соседнее здание. Здесь буквально в двух шагах находится административное помещение, где несколько офисов. И в нескольких метрах находится заправка, что тоже усложнило работу. Сотрудники МЧС присвоили третий ранг сложности этому пожару. Сейчас я вижу, что от здания практически ничего не осталось. Вся конструкция прогорела, обрушилась крыша на площади 200 квадратных метров. До сих пор идет едкий дым, он распространяется на протяжении практически всего района. На месте также сотрудники полиции и перекрыта часть набережной для движения, в связи с чем собралась пробка, несмотря на выходной. Сейчас, после того, как будет пролита крыша, сотрудники МЧС приступят к разбору завалов. Екатерина. Спасибо, Ксения Якубина, о крупном пожаре торгового центра в Петербурге.